За 40 лет шагов ты понимаешь, что в общем-то пора состояться. И где-то в глубине души или дальше простейшее ползучее создание сомнения твои одушевляя вдруг начинает грызть. Какая мерзость! И это означает зрелость. Критически себя окинув оком, когда-то силы налитые мышцы, приходится признать, что, к сожалению, по пляжу не пройдешься Аполлоном, огонь пройдешь, красавец томных взор, не будут брошены тебе во след. И это значит, тебе много лет. А дома, слыша музыку из детской, где твой ребенок запустил компьютер, поймаешь вдруг себя на раздражении, что, мол, как можно слушать эту гадость, новации актеров, спецэффекты, сверхмодного кино сочтешь за глупость. По-видимому, это мудрость. Где-то в области 8 марта вдруг зароятся, словно пчелы, мысли, дорогу новым чувством открывая, и спутницы лицо лучом весенним, подчеркивая прелесть глаз и губ, как в дивной сказке озарится вновь. Так значит, в этой зрелости любовь. Так значит, в этой зрелости любовь.